Прививки от COVID-19 сделали заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и министр здравоохранения Армен Бенян. Представители региональной власти стали одними из порядка 125 тысяч жителей губернии, защитившихся от коронавируса. Измерить давление, температуру и уровень кислорода в крови. Стандартный осмотр для тех, кто решил сделать прививку от COVID-19, проходит заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов. Противопоказаний нет, а значит, можно вакцинироваться. Это шаг ответственности. Там, ответственности не только перед собой, за свое здоровье, а за окружающих, перед окружающими, перед там, своей семьей, перед коллегами по работе. Потому что, несмотря на то, что я уже полгода назад переболел коронавирусной инфекцией, сейчас уже подошло то время, когда вновь наступает опасный период. И я посчитал для себя важным и необходимым сделать прививку. Министр здравоохранения Армен Бенян полгода назад тоже перенес новую коронавирусную инфекцию. Защиту даст самая распространенная на сегодня в использовании вакцины «Спутник Ви». Раз переболев, к большому сожалению, не формируется пожизненный иммунитет. Поэтому нужно помогать организму быть готовым к последующей встрече с новой коронавирусной инфекцией. Спустя 6 месяцев после того, как заболевание наступило, можно проводить вакцинацию, и тем более нужно. Поэтому было принято решение, сегодня оно было реализовано. В Самарской областной клинической больнице номер 2 представители регионального правительства стали одними из более 2300 пациентов, прошедших вакцинацию от COVID-19. Вакцина переносится легко. Побочных эффектов, выраженных, серьезных, мы не наблюдали. У некоторых людей немного повышается температура до 37,5-38. Бывает небольшая припухлость и болезненность вместе инъекции. Все эти симптомы проходят за 1-2 дня. Прививку нужно делать обязательно, чтобы не заболеть или заболеть, но перенести это заболевание в легкой форме. Всего в Самарской области прошли вакцинацию уже порядка 125 тысяч жителей. 53% из них – люди старше 60 лет. Прививки им, а также другим категориям, входящим в группу риска, показаны прежде всего. Сделать инъекции можно в 144 прививочных пунктах, два из которых – мобильные. Планируем еще, закупив 19 мобильных комплексов, направить их на вакцинацию в отдаленных участках. И такая мощность позволяет проводить более 10 тысяч вакцин в сутки. При планомерном поступлении больших доз вакцин, и мы ожидаем наращивания мощностей в 2, в 3, в 4, в 5 раз. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуги. Ия Гречман, новости Тольятти.